В этом инкубаторе каждый месяц выводят 360 тысяч цыплят. Они появляются на свет за толстым стеклом в специальных шкафах. Там теплая атмосфера, умные системы контролируют температуру и влажность воздуха. Оборудование выглядит старым, оно 80-х годов производства, шкафы. Но сверху стоят вот электронные блоки управления. Они все модернизированы за последние 2 года, самые современные электроники. Температуру контролируют с точностью до сотых долей градусов. О том, как фабрика живет сегодня, ее директор рассказывает сочинским предпринимателям. Говорит, здесь запущен полный цикл производства мяса птицы. Нет, разве что кур несушек, яйцо привозят с Кубани. Все остальное своими силами. Для этого есть 15 птичников, кормовой склад, цех переработки мяса, ветеринарный блок. Корма отечественные, в рационе никаких добавок и ускорителей роста. Чистая курятина, которая должна заменить на сочинских прилавках импортное мясо. Сегодня люди начинают задумываться о здоровье. Ту продукцию, которую мы из-за границы привозим, мы не знаем, что это за продукция. И очень часто она сюрпризы нам дает. Вот. А это своя продукция. Выращивается здесь, корма есть. Свежая курица, которую сразу же можно поджарить, это замечательно. О поддержке местного производителя глава города Анатолий Пахомов говорит не в первый раз. Садлерская птицефабрика готова обеспечить город качественным мясом. Предприятие способно увеличить объемы производства уже в ближайшее время аж на 80%. Модернизированное оборудование позволяет это сделать. Предложение есть, дело за спросом. Руководители сочинских предприятий общественного питания уверяют, спрос на качественный продукт будет. Производитель местный, значит, продукция свежая, меньше времени на транспортировку. Все наши службы подтвердили, что действительно эта продукция качественная. Писали контракт с Дмитрием, директором Адлерской птицефабрики. Пока договор у нас действует до конца этого года, но я надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Самый большой спрос на бройлеров первого сорта, из которых готовят цыпленка табака. Адлерская птицефабрика пока единственная в России производит их в промышленных масштабах. Мы уже давно берем цыплят корнишон и вообще работаем с птицефабрикой. Эта птицефабрика старейшая на юге России, со своей историей, в которой были взлеты и падения. Производство удалось сохранить. Сейчас здесь ежемесячно выпускают до 500 тонн мяса птицы. 80% продукции отправляются в городские магазины и на предприятия общественного питания. Из этого чистого мяса готовят обеды для сочинских школьников. 20% произведенной курятины забирает Москва. В столице объемы продаж сейчас растут небывалыми темпами. Каждый месяц в среднем на 25%. Но сочинский пищепром в приоритете. Это главный рынок сбыта, на котором качественные российские товары постепенно вытесняют импортные. Инга Габеша, телекомпания ФКТ.